Всех приветствую на своем канале. Сегодня я покажу, как можно связать ручки для вязаных сумочек. То есть два узора. Для работы я буду использовать крючок номер 3. И у меня такой полипропиленовый шнур макарони. Так, итак, начинаем. Так, делаем 6 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закрепляем в колечко вот таким вот образом. Вот. То есть две ниточки остаются сверху, одна у нас внизу. И узор будем вязать по кругу. Столбиками без накида. Так, свяжем сначала. Вяжем. Первый ряд свяжем, и дальше покажу, как будем вязать узор. Два. Три. Четыре. И 6. Так, 6 связали. Так, потом смотрите, у нас здесь с тыльной стороны, это как бы получается наша тыльная сторона, в итоге вот наша перемычка и две ножки, можно сказать. Вот мы наш узор будем вязать за переднюю ножку, то есть просто идем по кругу и все время вяжем за вот эту переднюю ножку. Столбиками без накида. Вот опять перемычка, две ножки. За переднюю. Перемычка, две ножки, за переднюю ножку. Опять же, перемычка, ножка, которая ближе к крючку, ножка, которая дальше. Вот за эту ножку, которая ближе. И вот таким образом, вот, еще раз ближе показываю, перемычка, две ножки за переднюю ножку. Перемычка, две ножки, вот сюда. То есть пока еще не видно, какой узор получается, но очень плотный получается ремешок. Так, и вот так вот по кругу, все время по кругу. Плотный ремешок получается даже из этого полипропиленового шнура, хотя он у меня совсем тонкий. Я думаю, что идеально подойдет для полиэфирного шнурочка 2 миллиметра, 3 миллиметра. Вот здесь она. Только за переднюю. Вот перемычка, ножки наши. Таким образом вяжем по кругу. Смотрите, когда уже она становится
немножко такая более длинная, она начинает по длине перекручиваться. По-моему, вообще очень красиво, замечательно. Вяжется очень-очень просто. Вот уже когда у нас есть вот эти вот перекладинки, вот просто за каждую перекладинку. Все таким образом вяжем необходимую нам длину ручки. Так, а теперь у нас есть другого цвета шнурочек, тоже полипропиленовый, то есть точно такого же качества. Я сейчас покажу, как практически таким же образом, только будем брать уже не за ту петельку, не за переднюю, а за соседнюю ножку, как можно связать как бы совсем другой ремешок. То же самое, набираем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Так же, как и там. То есть мы вот так вот соединяем. Провязываем 6 столбиков без накида. Так, провязали, смотрите, так же, как и там. У нас была перемычка и две ножки. Вот это передняя, это задняя, да? То есть сейчас мы будем вязать вот за эту ножку. То есть все время за эту ножку. И так же, как там, в принципе, столбиками без накида. Только узор у нас будет получаться, ну, совсем другой. Так, вот за эту ножку все время. Еще раз. Вот перемычка, две ножки. Вот за эту, которая ближе к нам. Вяжем по кругу, только совсем за другую ножку, чем в прошлый раз. Так, смотрите, какая получается ручка. Еще раз показываю. То есть перемычка, две ножки. Вот за эту, которая ближе к нам. Вот эта, которая ближе к нам. И постоянно по кругу вяжем. Ножка, вот перемычка, две ножки. Вот сюда. Смотрите, какая получается ручка. Отличается от этой? Мы меняем здесь просто одну петельку. Количество петель и там одинаковое. Вот здесь хорошо видно, там мы вязали вот за эту петельку, здесь мы вяжем за ту, которая ближе к нам. Вот какой получается наша ручка. Смотрите, еще раз показываю. Перемычка. Ножка ближе к нам, ножка дальше к нам. За ту, которая ближе. В прошлый раз мы вязали наоборот. Разница очень существенная. Получается два разных ремешка. Все таким образом вяжем до конца необходимую длину.
Так, смотрите, связали необходимую длину и просто вот так вот затянули, обрезаем ниточку, вытягиваем ее, обжигаем, если у вас это полиэфирный либо полипропиленовый шнур, и просто присоединяем, ну вот куда нам надо. На карабинчик какой-то это будет, на кольцо, либо просто к сумке. Либо просто прячем хвостик. Вот получаются такие ручки. То есть, по сути, мы набирали одинаковое количество воздушных петелек. Мы, в принципе, по одному и тому же принципу вязали. Только здесь мы брали за переднюю ножку, да, получился вот такой вот узор. А здесь за заднюю. Они абсолютно разные, но, тем не менее, и один, и второй очень-очень красиво смотрятся, очень плотные. Если вам полезно было мое видео, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!